У нас в городе жара, больше 40 градусов стоит. Я приехала в квартиру, тут духота неимоверная. Сейчас набираю ванну, надо хотя бы окунуться, чтобы сбить этот жар. В доме, конечно, хорошо, там более прохладный воздух, хоть и жара тоже, но она переносится гораздо легче. Там все-таки рядом водоемы, Щепкинский лес дает прохладу определенную. В общем, в городе, в квартире вообще духота. Но здесь классно, что есть ванна. Я сейчас себе наберу с пенкой ванну и окунусь. Люблю ванну с пеной. Сейчас у меня вот такая пенка мне подарили. И мне еще очень нравятся пены бабушки Агафьи. Там очень большой выбор тоже. И антистресс, и разные тонизирующие. Классно. А в детстве, помню, родители мне привозили, они в Грузию ездили, и там продавалась пена для ванн, мальва. Ароматная, душистая. Я очень любила в детстве. Полная ванна. Пена, горки прям пенные, как пики стоят. Обалдеть. Я вылила всего 2 колпачка, и этого достаточно, чтобы было много пены. Крепкая пенка взбилась. О, и кот ко мне пришел тут за компанию посидеть. Красавчик мой. Тоже ему жарко.